Привет, с вами Татьяна Калашникова, и у нас первый день лета. Сейчас попробуем нарисовать с вами одуванчики. Для одуванчиков нам нужны будут все теплые желтые, которые у вас есть. И даже, знаете, что, немножечко, наверное, какого-то оранжевенького. Сейчас я вот добавлю, чтобы был вот такой вот. Немножечко зеленого цвета. Если у вас есть краски обыкновенные, можете ими рисовать. Ну, вот такие вот на палетке. Это не имеет значения. Я буду сегодня рисовать акварелью. Просто мне тут такую подарили и хочу ее попробовать. Мне кажется, должно быть неплохо. Это такая же акварельная краска, как и на палетке, вот на такой вот. Только она получается в тюбиках. Ну, вот такая. Так, а теперь давайте, для того, чтобы нарисовать настоящий одуванчик, давайте посмотрим еще, какие нам цвета нужны. Вот гляньте, у меня тут потрясающе красивый такой, я надеюсь, что вы видите то же, что и я. Он внутри такой желтоватый, да, оранжеватый, краешки прям вот совсем такие лимонные, тут вокруг средний желтый. Вот эти вот штучки у нас зеленые, а на стволе есть коричневый. Поэтому, если вот у вас есть какой-нибудь там приличный коричневый, можно его тоже добавить. У меня тут какой-то есть оксид железа красный и умбра жженая. Ну, какой-то, знаете, так, красно-коричневый и темно-коричневый. Вот так. Палитры у меня тоже с собой нормальной нет. Поэтому я вот взяла то, что есть. Видите? Ну, вот такие вот цвета. Сейчас будем сразу рисовать прям с разбегу одуванчики. Кисточки какие есть, ну, у меня вот нашлись вот такие вот. Давайте я палитру как-то тоже положу, чтобы было немножечко видно. Так, ну, беру среднюю, наверное, и начинаю. Смотрите, начну вот с краешку, да? У меня будет несколько, здесь будет круглый, а давайте их сразу намечу. Вот здесь хочу кругленький нарисовать одуванчик. Вот я его раз наметила. Вот здесь вот еще один будет развернутый. Здесь такой вот полураскрытый. Вот здесь вот. Ну и здесь там какие-нибудь еще парочку. Начнем с одуванчика, который бочком. Это вот приблизительно вот так вот. Сейчас я вот еще один, я их тут насобирала. Вот он больше раскрытый одуванчик, да? Мы его и начинаем рисовать. Начнем с того, что я немножко добавлю воды в хвостик, да, и сразу беру зеленый, беру немножко коричневого и пускаю такой вот эти вот лепесточки, которые внизу. Теперь у меня есть вот эти вот края, и я их тоже тут прорисовываю немножечко. Так, а теперь беру желтый, светлый и яркий. И вот так вот рисую. И вот смотрите, у меня цепляется немножко желтый и цепляется коричневый. И я этому даже рада, потому что если мы посмотрим внимательно на вот эти лепесточки, они тоже такие, да? Вот он у меня первый одуванчик готов. Тот, что бочком. Все, отлично. Вот здесь я нарисую полузакрытый. У меня он тоже есть. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Полузакрытый выглядит вот так. И мы его тоже так и рисуем. Я вначале намочу лепесточки просто водой, видно вам. Теперь беру желтый, немножечко оранжевого. И вот эти водяные лепесточки вот так вот чуть-чуть раскрываю. Вот он. А сюда чуть-чуть мне захотелось оранжевенького добавить. Так, теперь на эту же кисточку беру зелено-коричневый, да, вот он у меня. И аккуратненько вот его тоже вот так вот собираю. Он мне похож на стаканчик, поэтому вот я его таким стаканчиком и пишу. Здесь у меня будут вот эти лепесточки. Очень красиво, когда кисточка острая,
и можно будет вот эти вот лепесточки сделать такие остренькие. Так, здесь чуть-чуть его сделаю сильнее, здесь вот эти вот немножечко в разные стороны. Так, смочила кисточку и немножко еще вот сюда вот так вот раскрою немножко. Так, этот готов тоже. Вот мне хочется еще вот эти вот сделать дополнительными такими мазочками. Так, теперь следом вот тут вот сделаю такой вообще прям полураскрытый. Ну, тоже начинаю с чашечки, вот она. Там, где я немножко намочила, уже сама вода разбирает краску и получается необыкновенно красиво. Вот, посмотрите, вот и это вот такие прям акварельные эффекты, да? Так, кто не знал, одуванчики страшно полезные цветы, очень-очень-очень. Сейчас они, вот их много, и это очень классно для того, чтобы поправить здоровье. Вы удивитесь, но в одуванчиках вся группа витамина В. А витамины группы В, они улучшают передачу нервных импульсов. А это знаете что? Это вы будете меньше психовать. Давайте называть вещи своими именами. Вот, поэтому если вы вдруг до сих пор еще не ели салаты из одуванчика, как я, например, до этого года, я вам вот прям рекомендую изо всех сил побежать сейчас, если у вас хорошая погода, нарвать себе одуванчиков побольше и заняться салатом. Заправляют салат из одуванчика, знаете чем? Классно, медом. Просто вырвете одуванчики, добавляете в него мед, а можно еще, и это потрясающе получается, рецепт с крапивой. Свежая крапива. До тех пор, пока она не начала семена выпускать. Кстати, вот с крапивой вообще отдельная история. В Египте считалось, что семена крапивы – это афродизиак. И они усиливают влечение мужчины к женщине, и наоборот. И для того, чтобы люди не отвлекались ни на что, хорошо работали рабам, запрещалось кушать крапиву. У меня есть друзья, которые живут в Армении, вот они говорят, что у них весной очень популярны там разные лепешки с крапивой. Вот. И это тоже такое прям национальное блюдо, и все дети очень любят. Вот. Так что если вы добавите в этот салат из одуванчиков немножко крапивы, будет очень классно. Теперь смотрите, вот эта вот часть, это у нас раскрытый одуванчик. Сейчас я вам тоже его покажу, как он выглядит. Вот. Да давайте прям вот этот возьму. Смотрите, у нас получается серединка вот эта вот кругленькая, да, а вот это вот загнуто. У нас получается как бы вот тут вот круг, да, и это все вот сюда растет таким мячиком, да, вот эти вот. А вот эти уже отсюда, 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 вот такое направление должно быть мазочка. И поэтому, когда мы разворачиваем, мы вот сюда развернули. Для того, чтобы добавить объема этому всему, мы вот здесь вот добавим немножечко маленьких лепесточков, которые смотрят прямо на нас. Вот я даже тут немножечко охры возьму, немного оранжевого. Смотрите. И вот у меня уже получается вообще отличный одуван. Я его прям даже здесь ставлю еще один для красотищи. Не просто для красоты, для красотищи. Так. Про одуванчики группы Б. Мед. Мед – единственный продукт, который не имеет срока годности. Представляете? Как об этом узнали? Это вообще тоже отдельная история. Интересная. Когда в Египте вот эти пирамиды вскрывали, там, помимо всего прочего, были сосуды с медом. И оказалось, что... Ну, вы же знаете, да, что Египет у нас вообще непонятно, когда это все было, и точно дат нет, и быть их не может, собственно. Никто не знает. Вот. Но понятно, что это бог знает когда, там 3-5 тысяч лет уж точно.
Так вот, весь мед был абсолютно со всеми своими целебными свойствами. То есть мед сохранил свои целебные свойства на протяжении тысячелетий. Поэтому рвем одуванчики. Группа Б, да, помним. Это у нас для настроения хорошего, для всего. Да вообще посмотрите на эти одуванчики. Вы их пока будете собирать, море удовольствия получите. Из цветочков солнышка делаем себе такой салатик. Добавляем туда крапиву, листья. А крапива — это вообще отдельная история, тоже очень интересная. Я когда-то попала в вальдорфскую школу на такой семинар про крапиву. Представляете, целый урок рассказывали о крапиве. И оказалось, что у крапивы, у каждого растения есть свое свойство. И вот эти вот свойства растений уникальны. Вот, а некоторые растения делятся своими свойствами независимо от того, хотите вы или не хотите. Вот они в вас проникают. Вы сейчас морщитесь и говорите, что за фигня, да? Я тоже так подумала. А потом оказалось, что это действительно так. Смотрите, вот вы когда, например, липа цветет, да, и вы идете под этой липой, и она в вас проникает. Вот вы начинаете дышать этим ароматом, даже если вы вообще не планировали этим дышать и не хотели, и ничего. Вот. Вы сразу погружаетесь полностью в эту липу. Смотрите, видите, у нас еще один одуванчик готов. Можно его даже вот еще больше раскрыть, чтобы у нас не было одинаковых. Художники очень не любят, когда что-то одинаковое, поэтому они стараются вот развернуть уж как-то по-другому сделать. Давайте, знаете, что я вот этому сделаю такую ножку подлиннее, чтобы он был у нас немножечко другой. Вот, вот аж сюда. И здесь у нас будут вот эти вот на ножке лепесточки. А, про семинар, да, в вальдорфской школе. Вот. Когда рассказывали о крапиве, и оказалось, что у крапивы основное свойство растения – это пробуждение. То есть крапива пробуждает. Вот вы идете, никого не трогаете, да, и крапива не трогает вас. Но если вы коснулись, она вас разбудила. И, ну, вот тут не поспоришь, правда? Смотрите еще разок, да, давайте. У нас вот он, ну, хороший такой овал. Вот он, вот этот наш одуванчик, да. Теперь я его начинаю разукрашивать. Вот эту серединку я разукрашиваю вот так вот, как мячик. Вот он у меня, вот такая серединочка. И сюда добавляю больше оранжевенького. Вот она, серединочка моего одуванчика. Красавец, да. А лепесточки я вокруг, вот так, как летающая тарелка. Но перед этим я немножечко смочила лист. У меня, ну, не самая качественная бумага, какая была, акварельная. Но вообще, если вы прям будете, ну, рисовать, берите хотя бы 200 грамм бумага. Она так и пишется, 200 грамм на метр квадратный. Она тогда плотнее, и тогда вот эта вот вода, которая попадает на бумагу, она хорошо держит краску, и с ней можно работать. Не раскисает бумага под водой. Вот этот у меня будет самый такой большой одуванчик. Одуванчик с крапивой я начала. Да, да. Крапива находится на границе животного и растительного мира. И оказывается, вот это вот ее, ну вот сама крапива, да, и ее, назовем это даже стрекательная клеточка. Вот, вот это вот сама, сам вот этот вот узелочек, в котором находится кремний. Это вообще как шприц. Она между растительным и животным миром. То есть это, ну, как бы, как пчелы бы, да, вот, вот эта вот сама клеточка, она впрыскивает кремний, и животное или человек пробуждается. Представляете, как интересно. Так вот, если вам надо добавить жизни в жизнь, кремний вообще очень за много чего отвечает. Можете почитать в интернете, я думаю, это будет вам полезнее. Но еще на кремнии работают все наши телефоны, компьютеры. Вот недаром силиконовая долина – это кремниевая долина, кремниевая. Поэтому, ну, такой элемент интересный. Попробуйте себе сделать. Так,
одуванчики. А ну считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте седьмой все-таки здесь красиво сделаем. И потом займемся листочками. Это не менее красиво. Этот у нас должен быть куда-то, ну, прямо, наверное, смотреть. Вот я его тоже намечу. И обведу водичкой. Наметила серединку. Обвела водичкой. Серединку делаю более оранжевую. Вот так вот. И вот это вот все я развожу вот такими лепесточками. Причем, смотрите, я и делаю снаружи внутрь. Тогда у них сразу формируется вот этот вот кончик красивенький. Вот, вот этот вот. Я его не так, как он растет вот изнутри наружу, он получится тогда остренький. А вот если вот так, то он прям вот уже сразу закруглился. Видите, вот я просто кисточкой что-то делаю, а он получается прекрасно. Так, вот у меня уже почти готовые мои одуванчики. Так, и сюда разворачиваю. Он мне вот, вот так смотрит. Вот эти части оттуда, а эти части, вот они. Это туда, а это сюда. И здесь на краешке тоже я немножко как бы посажу. Тут вот, если вы видите, такие тычиночки маленькие. Вот если у вас получится, будет вообще очень красиво и нарядно. Так, готово. Теперь листочки. Листочки я тоже тут насобирала. Сейчас я вам покажу. Ну, вот так вот выглядит листочек. Видно, надеюсь, вам, да? Так, вот сюда положу. Стебель мы помним, да? Стебель у нас мы берем чуть-чуть зеленого и одну каплю коричневого, чтобы он был прям такой по-честному. И я вот веду вначале вот этот дальний, приложила кисточку и вот повела, пришел сюда. Опять зеленое, коричневое, опять приложила, повела. И я вот не переживаю, что у меня там больше коричневого или больше зеленого. Вообще я об этом даже не думаю. И у меня такие ножки все полупрозрачные, поэтому вот я раскрыла, и вот пусть он будет такой. А здесь где-то немножко я чуть добавлю коричневатого, и здесь немножечко коричневатого. Вот там будет, вот сюда. Посмотрели, чтобы у вас приблизительно сошлось количество ножек с вашими одуванчиками. Вот этого, видите, я не доделала низ, а вот его бы хотелось бы сделать. Так вот я ему делаю несколько таких. Так, а теперь листочки. Листочек у меня вывела, да? Теперь смотрим. Верхушка, треугольник, такой ромбик, вот ромбик, а дальше вот такой треугольник, треугольник. И я его формирую и сразу же заполняю краской. И смотрите, если он у меня будет разворачиваться в какую-то из сторон, видно, вот он будет вот такой или вот такой. И вот я его спокойно вот так вот разворачиваю, он такой рваненький, и мне вполне устраивает. Так, следующий можно даже вот здесь вот еще сделать. Тоже я вывожу для него. А этот мы сделаем бачком. Раз, два, три. И вот сюда. И опять закрашиваю. Мне нравится для листьев такой немножко вот болотный цвет. Не совсем зеленый. Ну, потому что он как бы весь... Есть зеленый, но он все равно не такой, как предлагают краски. Мы можем добавить немного зеленого. Так, ну, наверное, вот сюда у меня еще какой-то листочек, да, пойдет. Вот я его тоже наметила. Видите, я не переживаю, что у меня там ярче, там светлее. Это акварель. Акварель у меня вообще все, что хочет. Может быть, светлее, ярче. И теперь несколько вот таких вот делаем. Травинок. Так, наверное, вот сюда какой-то еще. Оп. И вот там.
И чтобы у меня уже точно была такая вообще дуванчиковость полнейшая, я еще сейчас, нет, даже я возьму другую кисточку, вот такую вот пошире. И вот такого вот сюда еще обрызгаю немножечко такого солнышка. Вот очень яркие такие сразу эффекты. Получается такой у нас с вами теплый букет. Солнечный, летний. Я желаю, пусть у вас это лето будет прекрасным. Пусть вот несмотря ни на что. Меня один очень хороший человек научил говорить: мир во мне, мир в мире. Каждый раз, когда вы задумываетесь о чем-то, скажите себе: мир во мне, мир в мире. И пусть это все расходится. Пусть ваше хорошее состояние станет хорошим для всей вашей семьи, для всего вашего дома, города. И так расползается, тем дальше, тем лучше. Все, спасибо за урок. Наши одуванчики готовы. По-моему, они неплохие. Пока. Обнимаю вас.